Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 176-е упражнение. Это свободный диктант. Нужно определить стиль, обозначить использованные причастные обороты. Далее нужно назвать условия выбора одной и двух букв N в прилагательных и причастиях. Давайте выполним задание. Несколько лет назад мне пришлось плыть зимой на теплоходе из Батуми на север. После Туапсе теплоход ушел в открытое море, чтобы обойти ледяной шторм, бушевавший у берегов Новороссийска. Вот наш оборот причастный, бушевавший у берегов Новороссийска. На рассвете я проснулся от тишины. Монотонно гудела машина. Я вышел на палубу, шторм стих. В необыкновенной с двумя «н» суффикс «енана» ясности сходило солнце. Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали из моря очертания желтых гор, освещенных две буквы «н» низкими, но яркими лучами. Очертания гор, гор каких, освещенных низкими, но яркими лучами. Это был Крым, но я не сразу знал его. Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве. Тонущим в утренней синеве – это оборот. Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента до Карадага. Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. Берегам каким? Причастный оборот, расцвеченный сухими и резкими красками крымской зимы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.